Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ты чё? Вернись, говорю, бля. Все равно не перейдешь. Зачем? Там же деревяшка лежит. Все лето пролежало. Ну и снова здравствуйте. Вы вновь на канале «Это не диалоги о рыбалке». Сегодня с нами отдохнувший Леха. Который, как многие знают, многие не знают, которые уже с этим достали. Лёха все лето был в городе. Только вчера прибыл на теплоходе. Захотел рыбы. Поэтому мы здесь сегодня. Я забыл, я ж не один. Руки помнят? А чё первый раз он мне вот ни разу не видел? Да-да-да, он говорит, карасей один раз ловил. Таких, говорит, больших. А сигов увидал, ну чё, она же большая, зачем выпускаете? Чувак, на север переедет, научит. Лунки долбить. Он что-то то хочет, то не хочет. Но. Холодная, да? Еще маленечко. И шугана. Это тебе не это, не в отпуске он. Холодная ему вода, на. Ты расскажи, как там в этот, в Турции, в Египте, как Крымский мост. Вообще клево. На какую высоту по Эйфелевой башне забрался? Что, здесь рыба вообще не клюет? Да косень же. А ты что думал, в карту попавший? Я думал, рыбы ведро, два, три. 23. Тут ее нету. Уходит. Домой? Что, вообще рыбы нет? Ё-моё. Один тугун. Вон тоже рыба. Еще окунь есть. Вкусная. Хотел на рыбалку, вот рыбач. Буду рыбачить. Блин, как его взять-то? Домой захотел, рыбы нет. Ишь, чё? Ну, трофейный. Чмокни. Ну давай, поставь. Это гибко, по-моему, или нет? Да. Ага. Позже. Ездил он вчера все-таки. Кто? Да? Ага. Ну что, блин. Блин, еще один живок, ёрш. Веревка лежит. Газара нет. Что, да?
Все? Где? Там остался бизончик. А, вот вижу. Жирный. Нормальная рыба, что делает. Ну? А? Общий. Кто накормит? Кто накормит? Мы всегда рыбу даем. Все, сегодня, видимо, их не кормили. Сегодня мы и хлеба привезли. Хлеб-то в балке. У него такая рожа, это, грустная. Ну что, подниматься бы? Куда? Зачем? Поедем на Танюту и все. А они что, сюда приехали? А я откуда знаю, куда они едут. Наверх поехали, видимо. А? Наверх, наверное, поехали. Тут проносит, Леха, то это вниз сюда. А там туда вон дальше протягиваешь, блин, к берегу еле подъезжаешь. Прямо упрет туда в реку. Собакин. Собаки, осень пришла, сейчас голодный будешь сидеть. Да у нее щенят, походу, много. И вытягивают. Они, он говорит, это под гаражом где-то щенилось, вытащить не могут. Собака, ты опять без рыбы. Вот наворочили. Ждать надо. Он еще и ведро несет. О, собачка, тебе рыбка попала. А. Сирожка. Сирожка не пролазит на спуск. Не пролазит? А? Вон, лови ее там. Где? Пришла же уже. Не вижу. Собачка, на! На! Шагун, дай. Шелетур будет. Короче, решили мы не дробить. Просто переехать через и поймать легкие рыбы. Чтоб не шоркать бесполезно. Просто наловить ее. Если есть, конечно.
Кричи, пошла! А? Я так говорю, что придурок не иду. Я не знаю, что ты стоишь. Ветер не удумал. О, блин, бревно лежит. Рыба. О, есть. Рыба. Две есть всего. Не, вон три, четыре. Прикольно. Прикольно. Говорит прикольно. Я там в Красноярске покупал рябку копченую. Я тоже купил и выкинул. Я помню. Да. Я хрен забуду того чирана. Чиров мы отпускаем. Запрещено их рыбать. Тогда было разрешено. Сейчас можно поймать на лицензию одного. Что ты врешь? Мы в этом году даже лицензии не покупали. Вчера? Да. А ты на нельму не брал? Нет. А что там с этой нельмовкой? Ничего? Мы на льму не едим. Наверное, как раз вовремя подъехали, да? Пошли там выщипаем, по пути. Идите выщипывать. Пошли. Как? Мелкая. Мелкая, ну. Большая не подошла еще. Это бревно запарит, слушай, Леха. Да? Ты-ка иди-ка, помогай нафиг, оттаскивай его от этого бревна, но не дает. Не, бревна набирай, а я буду это там стоять. Рыбу уплыл. Оп, поймал. Стой, ты куда ты видишь, я ухо еще не взял. Не дробя ведро поймаем и жить. Блин, там скребешь. А мы что, 3 или 4 брали, да? Они как еще резина. И распоротые были. Она как резина, и можно вот да, эту да, спинку да. оторвать и мух стрелять. Ну, вообще. Ну,
Скажи, попробуй. Пусто? У тебя? Прошла. Он одна. Одна попала. Ну все лучше, чем в деревне. Жаришь, я не смотрю, ем все. Разглядывать там кого-то. Опоздали мы, наверное, чуть-чуть. Думаешь? Да? Сейчас посмотрим. Что следующее покажет. Следующий. Есть? Ё-моё. Одна. О, пёрки пришли. Угу. На пожарище. Сорвалась. Не заглотила. Смотрим до темноты, может что-то будет все равно. А? До темноты сейчас глянем, может что-то будет все равно.
тут сейчас клюнет. Клюнет? Наверное. В основном. Вот тут у самой стрелки в основном хорошо, получше клевало. Есть? Две — это не показатель. Я одну пока вижу. И та в жилете, блин. Маленько. Да, кто-то стукнул по неводу. Да. Воду налим. Уха. Хорошо так чувствовалось. Удар такой тумс. Сейчас, блин, фиг подтянем, а. Все, у меня уже спина снимается, тянуть ее. Кого? Рыбу. Там ее вообще тьма прям. Не, ну лучше, чем в тех тонях. Ну вот она сюда подходит, на эту тоню, все. Ничего не стукнуло. Что, вон, видишь? Синявочка. Это что? Синявка, отпускай, да. Быстрее. Быстрее, быстрее. Один на звердей, другого, видишь? Кто-то заходит. Здорово. О, Сереги нет. Тут Серега. Кореш мой. Нет, еще не видишь, он уходит. Палка осталась. Ладно, я говорю, пойду искать. Плавают? Я вообще не понимаю, где ты там кого видишь. Бакина вижу и все. Нету. У нас нету. А, видать, отошла уже, не подошла. Ведро успели поймать. Кто-то там сплавился. Кто там сплавился? И ушел. Вон, ясь, ясь. Первый косяк нынче проворонили, боковой, погоды не было. Все. Ветер, ну, фигачил. А? А? Ну все, видишь, нету. В деревню поедем. Ты что, в деревню? Кинем. Кого? Не вот. Ничего. Ай, блин. Как мы ее там выловим? Там уже тоже время проходит. Есть. По пол ведра тут есть.
хватит пожарить. Варить? Жарить что-нибудь? Я хочу. Надо было до Романова доехать. Попробуй. Ну? Что, туда что ли поедем? Нет, в смысле сейчас надо было попробовать, я не знаю. А. Может на Лиму в пару хоть поймаем? Ну там уже все тут же. Где ты на Лиму этим неводом поймаешь? Ну ловили же раньше. Ну и редко. Фонарики светятся. А? Там фонарики светятся. Где? Там, в Романово. Там рыбачил, значит, едет? Ясно, понятно, рыбачил едет. Ой-ой-ой. Чё там? Вон это. Чувак. Так его тащи через голову. Давай. Еще колючий. Еще пролезет? Что он крупный? Да пролезет, пролезет. Он этим зацепил. Вон, видишь, плывут. Опа. Надо. Зачем? Не надо. Давай. Нет. А? Нет. Может быть, жарить будем. Я сейчас картошку покушу. Ты не дойдешь там, тебе зальешь. Ну. Лёха, давай. Лёша, невод, невод. Невод надо уже. Баста, карапузики, кончились от танцы. Кресло на место. Да? Ага, еще мы с тобой потащим потом. О, а я что тебе? Ты же не 36 килограмм. 40. Что у тебя красный мигает? А? Что у тебя красный мигает? Где красный мигает? На этом, на камере. Снимает. А. Говорит, говорит, до новых встреч. Ребята. На реке. GoPro стоп видео.